Лето – отличная возможность с пользой провести время и пообщаться со своими сверстниками. На улице Терская, 184, праздничное открытие дворовой площадки собрало всю ребятню соседних домов. Среди детей устроили соревнования по перетягиванию каната, прыжкам через скакалку. Всем желающим накладывали аквагрим, а также организовали выставку подделок. А когда их еще показывать, как не летом? За зиму у творческих людей реализовано множество идей. Я посмотрела выставку, мне очень понравились куклы. Это очень красиво. Мне понравилось болеть за свою команду и надеяться на нее, что они выиграют. Нам очень нравится, вместе очень весело. Ведь все мы друзья. И очень хорошо вместе. Праздник просто супер. Тут танцуют, тут веселятся, в конце концов, мороженое бесплатное. Это праздник детей. Что же сказать? Лето, яркое, каникулы. Полный отдых, полное счастье вообще. Это город Анапа, город солнца, город лета, город каникул. Усилия к тому, чтобы праздник прошел именно так, ярко, весело и шумно, приложили и взрослые, и дети. Мороженое в завершении праздника – добрая анапская традиция. Бесплатный маленький сюрприз – первый в начале лета. О том, как будут действовать дворовые площадки в течение лета, мы еще расскажем.